Ребят, что я для вас могу сделать, скажите? Купить что-нибудь. Да, да. Что-нибудь. У ребят. Хорошо, все куплю. А куда мы это купим, куда отправим? Мы это отправим на фронт. Да, в помощь. В воинскую часть, да? Да, да. Тогда мы с вами все, что сделано своими руками, под чутким сопровождением родителей и учителей, мы сегодня у вас все это приобретем для того, чтобы отвезти ребятам в те воинские подразделения, которые находятся поблизости. Вы их тоже хорошо знаете, они легендарные у нас, правда? Да. Вот. И в этих воинских частях супруги возглавляют очень важный общественный комитет. Я уверен, что ничего из того, что вы приготовили своими руками, заботливыми, ничего не пропадет.